Я хочу озвучить сегодня тему предпринимателей. Предпринимательские риски, психология предпринимательства, как психология влияет на развитие бизнеса и наоборот. Кто кем управляет? Бизнес управляет психологией предпринимателя или предприниматель управляет психологией, ну, бизнесом? Я думаю, тема глубокая, еще ее копать и копать. Я ее сам, если честно, я за ней наблюдаю в течение года последнего. Почему? Потому что все чаще и чаще стали обращаться предприниматели, которые не могут пробить финансовый потолок, они не могут нанять людей правильно, да? Они не могут расширить свою сеть продаж. Много-много причин, с которыми они сталкиваются. Есть предприниматели, которые погрязли в долгах, да, и не могут из них вылезти, и это тоже психология. То, как ты ведешь свой бизнес, это отражение того, что у тебя в голове. И поэтому очень важно предпринимателю иметь чистый ум и убирать ограничения, которые есть у него внутри.